Воспитательницы детского сада в Ленинградской области фотографировались в нижнем белье на корпоративе. В распоряжении Лайфа оказались пикантные фотографии с одной из вечеринок. На них педагоги позируют в чулках и кружевном белье. Причем делают это, видимо, оставшись после смены прямо в детском саду. Ну и самая раскованная из моделей — дама в белом кружевном корсете и красных атласных шортах. На самом деле серьезная женщина — это заведующая детским садом. Ну, хотя на странице руководства садика Ирину Никитину в деловом образе сразу и не узнать.